Что это за объект такой военный? Слушай, я какой-то тут, прикинь, базу военную нашел, блядь, на карте не обозначенную. Есть такие места. Ты стримишь? Не, я... Да у меня отрубился стрим, я не стал подрубать. Я не знаю, ну похоже, тут такой барак военный огромный. Часовенка тут, блядь, есть. Полицейские машины стоят. Может, что я тогда находил где-то? В углу, в правом? Нет, не в углу, нихуя. Короче, вот где Запрудная милитари и Полисова, вот, там вот, блядь, где-то там. Тут в контейнерах, правда, ни хера вообще нету. Как бы. Тут как бы и зомбаков нету. Ну и нету, ни хрена нету. Вот ее под базу, короче, Володя, занимать надо. Она забором вся огороженная, блядь. Один вход через арку. Нельзя же объект брать. Ну это вообще какой-то хуй пойми, что такое. Неизвестно, падает ли туда что-нибудь. Надеюсь, пока что не ёбнется, пока я тут лажу. И, короче, прикинь, на территории базы есть карта, на которой местоположение твое отмечается, а на этой карте ничего не отмечается местоположение. Какой-то, блядь, засекреченный объект, походу.
секретная, короче, военная база какая-то. Еще гаражи проверить надо. Странно, почему тут лута нету? Вообще никакого, все чисто. Ничегошечки абсолютно нету.